Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Трогать за морду, торопить на прогулке, принуждать общаться с кем-то. Если вы когда-нибудь делали что-то из этого со своей собакой, больше никогда не ведите так себя. В этом выпуске мы поговорим о человеческих поступках, которые лающие терпеть не могут. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Каждый хозяин мечтает о теплых отношениях со своим питомцем, но не каждый знает, что их можно разрушить самыми простыми человеческими привычками. Собаки не так, как люди воспринимают мир, а значит и некоторые наши поступки могут интерпретировать по-своему. Есть действия, которые способны вывести из себя даже самого спокойного представителя лающих. Давайте рассмотрим их подробнее. Ни в коем случае никогда не кричите на свою собаку. Лающие очень сильно боятся громких звуков, и криком вы добьетесь непослушания от того, что питомец будет вас избегать. Постоянные крики со стороны хозяина и вовсе приводят к психологическим проблемам у животного. Если хотите выразить собаке свое недовольство, серьезного тона и твердого голоса будет достаточно. Никогда не торопите собаку на прогулке, лающие этого терпеть не могут. Выделяйте для выгула питомца достаточное количество времени. Не тяните поводок и не запрещайте животному обнюхивать территорию. Прогулка для собаки – это не только справление естественных нужд, но и знакомство с окружающим миром. Не лишайте последнего своего питомца. Никогда не принуждайте собак общаться с кем-то, неважно, будет это человек или другое животное. Большинство собак имеют независимый характер и способны сами определить, хотят они общаться с новым для них человеком или животным. Без необходимости не трогайте собак за морду, они это не любят. Любое действие сверху собаки оценивают как признак угрозы и доминирования. Большинство лающих при попытке дотронуться до их морды начинают пятиться и отворачиваться. Этими действиями они показывают свое недовольство. Никогда не забывайте о распорядке дня. Для собак крайне важно иметь собственное расписание. Старайтесь кормить, гулять и дрессировать лающего в одно и то же время. Строгий и понятный режим позволяет собакам чувствовать себя в безопасности, ведь жизнь в доме перестает для них быть непредсказуемой и непонятной. Никогда не дразните вашу собаку. Дергать животное за хвост, передразнивать, подзывать и ничего не давать – не лучший способ установить теплые отношения с лающим другом. Более того, такое поведение может окончательно разрушить ваш авторитет как владельца. Таковы человеческие поступки, которые лающие терпеть не могут. Не совершайте их, и пусть в ваших отношениях с собакой всегда царит гармония. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!